Меня зовут Строк Наталья, я директор Центра поддержки предпринимательства на селе Березовского района. У нас есть место, где мы можем встречаться, где мы можем работать, где мы можем обговаривать, мечтать, ставить цели и достигать этих целей. Для начинающего агропредпринимателя мы разрабатываем бизнес-кейсы. А что это обозначает? Это обозначает, что мы рассказываем, где купить семена, как вырастить, например, огурцы, по какому рецепту лучше всего забочковать в нашей климатической зоне, как это упаковать и куда лучше это продать. И таких бизнес-кейсов у нас уже 6. За последние 2 года мы распространили саженцев, рассады и семян более чем на 10 тысяч долларов на территории Березовского района. Организовался питомник мяты, в нем 16 сортов, начиная от шоколадной, заканчивая чайной. Посадили яблочный сад. Все начиналось с голосеменной тыквы, и благодаря центру коллективного пользования оборудованием, в которой находится маслопресс, из голосеменной семечки можно делать очень ценное тыквенное масло, которое, например, в Австрии считается черным золотом, потому что там внутри вся таблица Менделеева. Планы у нас очень огромные. Мы по-серьезному занимаемся животноводством, козоводством, органическим козоводством. В прошлом году в рамках нашей инициативы мы купили оборудование по переработке молока. Поэтому для того, чтобы организовать женский сельхозпроизводственный кооператив по производству сыров, антипасти, закусок из сыров, надо начинать было с сырья. Поэтому мы вот занялись животноводством. Отсюда для дальнейшей жизни на селе у нас есть все, начиная с упаковщиков, шкафов, сушильных маслопрессов, измельчителей, все, что выращивается в нашей сельской местности, мы все можем превратить просто в шедевры. Мы закончим модернизацию помещения для производства и выйдем на рынок Белоруссии. В Белоруссии есть возможности заниматься женщине, не только на селе, но и в городе бизнесом. Если она верит в себя, и если в нее верит ее семья, дерзайте. Дерзайте, у вас все получится.